Ну вот, волчары улеглись спать. Вероника поехала на работу. Я купил Сохе вкусняшек. Спасибо вам за помощь. И приехал зверинец. Но ненадолго. Надо ехать Маше рыбу покупать. Тут я все время попадаю в такой временной провал. Веронику на работу к 8. Ну, в 8 отвожу. А все остальное, Пятерочка открывается 8:30, а остальные магазины в 9. И, в общем, это какое-то такое безвременье получается. Что ты, морда противная? Что? Тумбочка. Вот она. Туа, Миша. Туа. 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 Виль. Сейчас я уберусь. Еноты и печеньки — это неоконченный роман длиной в целую жизнь. Мне подарочек несут. Вот мне подарочек несут. Вот подарочек несет девочка моя красавица. Вот подарочек. Да, папе принесла подарочек, мое солнышко. Моя певица, моя певунья, моя самая лучшая волчица в мире. Да? Ты моя красавица, да? Ты моя красавица. Ты моя красотка такая. Да? Ярусенька. Да, ты моя девочка. Кто такой? Давай пузико почешем. Пузико почешем. Пузико. Да? Пузико почешем. Сестрица пришла. Сестрица пришла, да? Да, ты моя красотка. Ты моя любовь. Вот такая моя девочка. Так. Валеры. У нас не кастрированный остался, только рыжик. То. А вот у нас и аист ходит около воронятника. Вот, пожалуйста. Сел на присаду. Корова заорет, как потерпевший. Поскольку он ворон, у него всегда есть нычка. Но нычку доставать не хочется. Лучше попросить еды дополнительно. Ну, и что ты орешь, как резанный? Что? А? Что? А? А? Что? А? Ну? Я же знаю, что у тебя есть нычки. Доставай. Нет, доставай свои нычки. Нычки свои доставай. Что? А? Какая упертая зараза. Ладно, дорогие друзья, наше болото зазеленело. Вот вчера у больших хищей был голодный день. Я сегодня там теленок разрубленный есть, накормлю вместе вот с этим вот орущим. Ну вот, видите, уровень грунтовых вод. Когда вот этот прудик исчезает, вот, тогда, значит, у нас наступает сухое время. И то, вот когда он уходит, прудик вот здесь высыхает даже полностью, сюда нельзя загнать технику,
не рискуя, что ты ее посадишь на мосты, и она отсюда не уедет. Хотя, ну, хотя вроде как сам ходишь, вроде бы как это сам. Все, зараза. А нет, дуб живой. Я думал, она его... Вот, видите, я уже показывал его. Это вот из одной веточки, из одной щепочки на месте срубленного, спиленного дерева выросло новое. Но добрая девочка Соха его пожевала, покоцала. Я думаю, он оправится. Там вот внизу есть. А поскольку Соху мы после праздников отдадим, у него очень большие шансы. Цвист. Ну что ты орешь? Что, Кира? Так. Бэк со скольдом. И Ее Величество Луна. Ну что ты? Луна. Линяют все. У всех настроение отвратительное. Филя шипит, как шипучка. Вот. Что так шипучее животное? Ладно, друзья, я поехал. Вот мне пусть кто угодно говорит, что это ворон с Воронихой. Вероника, девочка, девочка. Вот сейчас они сидят, орут оба. Вот. Ну. Воронов птицы молчат, девочки. Ладно, я поехал Маше за рыбкой. Потом ее кормежка в следующем репортаже. Спасибо огромное за помощь.